Привет, друзья, это Супралэнд, и мы продолжаем наши великие 6-дюймовые приключения. Мы находимся в тюрьме. Почему мы находимся в тюрьме? А все просто, потому что мы в прошлой серии ограбили банк. И получил я вот такое сокровище, как пушка Теслы. Тесла, пушка. Что-то опять запустил, непонятно. Вон там вон чувачок, он свалился в колодец, его нужно вызволить, он прям просит о помощи. Сейчас я посмотрю, у меня здесь кроме морковки что-нибудь еще есть? Помогите. Ладно, сейчас тебе помогу, давай. Ух, это же принц. Привет, мы знакомы? Откуда я тебя знаю? И у тебя телепорт-пушка есть? А, ладно, нужна помощь, у тебя маловато снаряжения. А у тебя вообще ничего нет, кроме пушки. Что? У него тоже такая же пушка? Как у меня? Не забудь, дружище, с тебя должок. В смысле? Я тебя высвободил. Какой должок? Думаю, мне понадобится некоторое время, чтобы решить эту головоломку. Чё-то он какой-то напыщенный перец, этот красный чижик. Он меня бесит. Освободите красного принца. Может, не надо его освобождать? Он прям вообще капец. Капец какой бесячий. Так. А, подожди, это он сделал? А, у него бластер-то поапгрейженнее будет, чем мой. Смотри, что он замутил для меня. Хитрец, ну ладно, спасибо. То есть без тебя я бы точно не выбрался, а я тоже думаю. Напыщенный красный перец. Так, здесь Тесла нужна. Для чего-то она, видимо, уже активирована. Да, я когда первый раз случайно стрельнул, видимо, она активировала эту штуку. Так, ну я выбрался. А, нифига себе где. По этой трубе я пробрался в банк через крышу. Угу. То есть теперь я могу сделать вот так. Что-то наверху открыл. Туда можно как-то пробраться? Ну, наверное, можно. Вот я за деревяшечку зацеплюсь и к забору. Пойдем посмотрим, что там наверху. Опа, монетки. Это, конечно же, нужно собрать. Это очень важно. А там наверху ничего нету? Не, вроде ничего. Итак, мы на чердаке. Чердакс. Собираем монетки. Сундук какой-то, посмотри, золотой. Опа, что это? Силовой луч, золотой модуль. Ну, наконец-то я теперь могу магнититься к золоту. О, да. Мы теперь везде пролезем абсолютно. И можно снова на вулкан сходить. Нажимаю вот эту кнопку, она дает электричество. Хорошо. А мы теперь делаем, смотри как. Стой, подожди, зацепись. Давай зацепись. Зацепись. Вот. И электричество нам нужно. Ага, все, понятно, мы... Если я отойду... А, вот, все, заработало. Все, отлично. Смотри-ка, вот еще что... А, я отсюда выбрался. Это я отсюда вылез. Так, хорошо, в этой двери я был, взял модуль. А туда наверх никак не запрыгнуть? Потому что это вот что-то интересное, возможно. Подожди, пряжку, если я включу, я зацеплюсь. Нет, это же металл. Нет, это не металл, к сожалению. А, не металл. Так, допустим. Теперь смотри, что я могу сделать. Я могу зацепиться вон за ту штуку. Вон туда. Нажать вот эту кнопку, чтобы что? А, тут вес нужен. Так, подожди. Чтобы продолжить здесь наши великие деяния, да, и спасти принца, я предлагаю вернуться назад немножечко и доделать то, что было недоделано. Все золотые... Ну, во-первых, пойдем в Бумштаун, и там есть золотой самородок, который мы должны... которому мы должны примагнититься и собрать... А, тут закрыто. Карточка зеленая нужна. Блин, мы отсюда сейчас не выйдем. Дружище, тебе нужен сундук, да? Моя блестяшка, твой сундук. Какую-то блестяшку мне надо принести. Где же эту блестяшку найти? Где ее спрятали? Хорошо, сейчас я посмотрю. Вот, ключик. Ключик, чтобы открыть вот эту дверку. Как мне туда попасть? Примагнититься к ключу красному здоровенному. Камень... Окно. Вот, смотри, есть окно. Ага. Здесь нужна синяя карта. Подожди-ка, если я стрельну туда. Минутку. О! Все, четко. Пойдем, зайдем. А, в тюрьму, кстати, может быть, я сейчас пройду вот через главный вход. Это не точно. Здравствуйте. Это я активировал. У тебя есть все, что нужно, чтобы решить эту головоломку. Вперед. Стулья. Синий чувачок, который окрашен, по всей видимости. Черт, я потерял ключ-карту. Но зато я теперь полностью здоров. Надеюсь на это.
Нужно найти ключ-карту. Где мы можем найти ключ-карту? Конечно же, в банке. Да. Пойдем сейчас вернемся в банк. Через центральную дверь мы, конечно же, не пройдем. Потому что нас не пустят. Я вот хотел еще с вот этой вот дамой поговорить. Да, мне нужно вывести свои деньги. Мне нужен доступ. Дайте мне доступ. Хорошо. Значит, ничего интересного. Ладно, полезли наверх. Пряжечку включаем. Пряжечка. А, блин, мы тут не залезем. Минутку. А вон там вот что-то можно куда-то. Там окошечко есть, смотри. Ну, я там тоже, скорее всего, был. Да. Я больше чем уверен, что я там был. Значит, мы сейчас бежим куда? Обратно в банк. Надеюсь, меня снова не повяжут за это дело. Для того, чтобы взять ключ-карту. Она где-то вот здесь вот. Да. Здесь спокойненько можем спуститься. Хоп. А стой, нет. Вот сюда теперь. Берем ключ-карту. Мне достаточно одной. Во. Подожди-ка, давай вот это вот еще активируем. Ну, она, видимо, дверь открывала. По всей видимости. Еще вот это вот можно активировать. Прыг-панель. Ну, и вот и здорово. Все, этого мне достаточно. А, подожди, вон там вот еще можно что-то активировать. Куча всякого, что можно активировать. Это, видимо, доступ аппаратно мне откроет, да? Ага. Вот, я теперь спокойно. А, там сундук. Ничего ж себе, я даже его не видел. Ты его видел? Я вот не видел. Так, спокойненько. Сейчас я его заберу. Хорошо, что я сюда вернулся. Секретная локация, блин. Здоровье X2. У меня и так со здоровьем не было проблем. Обратно мы, по всей видимости, не сможем вернуться, хотя есть кнопка, если я ее активирую, она вот что делает. Понятно, зачем я это сделал, это плохая была идея. Оп-оп. Давай-д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 авай-
Вася как заскочил в последнюю секунду. Это было очень эпично. Так, значит, я попробую сейчас это еще раз сделать. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Оп. Паньки. Да, получилось. Здорово. Все, беру ключ-карту и текаю отсюда. Текаем, хлопец. Опа. Ну, давай же. Долбанный магнит сработал. Опаньки. Все, выпрыгнули. Бежим, значит, эту ключ-карту красить. Об синего чувачка. Синий чувачок, вот тебе ключ-карта. Сейчас зарешаем все. Не переживай. Все будет хорошечно. Так. Ну-ка. Не красится. Как мне тебя покрасить? Почему здесь синие следы? Откуда они взялись, синие следы? Может, от стула? От стула. Где ты покрасился? Расскажи мне. Он говорит про здоровье. Так. Стул вроде деревянный, но примагнититься к нему я не могу. Странно. Хорошо, давай еще раз с тобой поболтаем. Я потерял ключ-карту, но зато я теперь полностью здоров, надеюсь. Здоров. Он здоров, значит, он вылечился. Вылечился где? Медпункт. Какой-то медпункт или что-то еще должно быть. Так, секундочку. Вот эта вот штука, она лечит. Это типа местный медпункт. Ну-ка, подожди-ка. Если я сюда, как-нибудь мне сюда бы залезть. Черт. О, вот. Все, четко. Прикольненько. А подожди, а может быть и я смогу окраситься в синенький? А, так я и так синий. Тьфу ты, блин. Я все думал, что я красный принц. Хорошо, значит, вот ключ-карта, пожалуйста. Интересно, что там? Что там от нас скрыл? А, ну так там же ключ. Там же ключ. Все, ключ-карта активирована. Нет, ключа здесь нет. А, вот он ключ, что я туплю. Ключ здесь. Наверху ничего нет, никаких тайников. Пойдем откроем ту дверку, узнаем, что же там. Четыре ожи от нас скрывают. О, а тут полицейский. Привет, здравствуйте. Запрещено вносить и выносить золото. Я думаю, что здесь есть та самая блестяшка, которую нужно отнести тому гоблину. Вполне вероятно. Нужна спичка. Это во-первых. Здесь есть красильная машина. Это во-вторых. Мы можем вынести отсюда золото, покрасив его в белый цвет. Огонь. Вот я могу, видимо, перекрыть огонь. А, понятно, перенаправить я его могу. Чтобы сжечь вон тот картон. Достанет? Не достает. А ты что тут охраняешь, рассказывай. Запрещено вносить и выносить золото. То же самое. В принципе, скукота одна. Я сюда могу попасть и через магнитную пряжку. Вот таким вот образом.
Там у нас есть кнопочка, здесь у нас есть кнопочка. Давай прыгнем туда. Посмотрим, что эта кнопочка даст нам. Опа. Мы открыли двери. Хорошо, открыли двери. Допустим, а эта кнопка откроет вот эти двери. Да? Ага, а здесь у нас труба. О, то, что нужно. Берем трубу, кидаем ее вниз. Хотя, что ее кидать? Мы ее просто подсоединяем сюда. Все загорелось. Здесь сундук. Секретная локация, и эта локация дает нам бросок пронзания плюс. То есть кирка у нас прилетает дальше. Это балдежно. Это великолепно. Все, огонь нам больше не нужен. В эту трубу могу запрыгнуть? Нет, но я могу по ней подняться. Так, так, так. Ага, здесь нам тоже нужна труба. Минуточку, секундочку. Я конфискую ее. Я же труба... Как его? Мастер труб. Труба чист, хотел сказать, но труба чист — это немного другое. Опа, трубопроводчик я, вот кто я, да. Давай, труба, вставай. Вот. Трубу мы здесь починили, а, соответственно, что-то должно теперь здесь происходить. Или ничего не происходит? Может, теперь я смогу запрыгнуть? Не-а. Видимо, с другой стороны нужно открыть. Что-то открыть. Так. Сейчас я еще наверх слетаю, посмотрю, все ли я там забрал. Кроме трубы, там еще что-то было, нет? А-а, он вроде бы здесь пусто. Монеток сколько там. Все, значит, идем в эту дверку, смотрим, что у нас здесь. А здесь склад. Мешки. Какие-то мешки. Вот золото, золото. Я могу его поднять. Это шикарно. Блестяшки нам пригодятся, чтобы отдать их гоблину. Вот это что делает? Золото восстанавливает, да? Нет, что-то другое. Что-то где-то... Погодите-ка. Ага, трубу она нам дает. Ладно. Примагнитимся к трубе. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну, слушай, тут труба вроде починена. И что? И какого, какой толк со всего этого? Подождите-ка. Да, нам же нужно золото вынести. Значит, мы делаем вот так. И в эти трубы закидываем золотишечко. Возьмем... Так, труба. Я на тебя. Потом... Подождите. Опа, труба сюда. Да что ж так это? Потом... Ну дайте я прыгну с трубы. Товарищи тунеядцы, что за беспредел? Ладно, запрыгну на ящик. Потом сюда. Давай, магните. Вот, улетела. Бодро. Хватаем еще. И еще одна улетела. Значит, все это дело должно появиться теперь вот здесь, вот где-то. Да. Как нам теперь это все вынести? Ну, конечно же, перекрасить все это дело. Кладем золото сюда. Нужно спичку найти. Где я спички находил? Где я спички видел? Спички, спички, спички. Где же вас достать? Дилемка маленькая нарисовалась. О, блок, смотри. Ничего себе. Опа, опа. Сундук. Ну давай, открывай, показывай, что это. Бросок, скорость плюс. Теперь у нас бросок летит еще быстрее и дальше. Ключу могу примагнититься? Не могу. Ничего я не могу. Так, хорошо, я же могу, в принципе, перепрыгнуть отсюда. Даже. Подожди. Хотя, может, мощи не хватит. Не перепрыгну вообще никак. А тут нет спичек, случайно? Где же спички-то взять-то мне? Спички, спичули. Где же вас достать? Гриль. Я как-то гриль поджигал. Где-то здесь спички должны быть. Вот они, спички. Все. Наш план сработал. Ограбление склада. Мы вынесли, короче, со склада золото. Это балдежно. Мы даже не видели в банке столько золота, как на складе. То есть получается ограбление склада лучше, чем ограбление банка. Спичулю мы сейчас воткнем вот сюда. Вот так вот, хорошо. И красим. Ну вот, это просто белый камень. И по идее я его должен теперь вынести. Отлично. Обратно в золото мне его красить не надо. Но я в принципе знаю, где его можно покрасить золото. В блестяшку. Но пойду сперва попробую на гоблине. Гоблин, примешь? Вот этот.
Не блестит. Да, придется перекрашивать. Штука не блестит. Моя, не хотите эту штуку? Убирайся. Понял. Сейчас все сделаем. Не вопрос. Ай, придется в банк все-таки возвращать. Ты прикинь, в банк. Я в банк золото тащу, краденое. Это смешно. Значит, кидаем. Бинго, хотел сказать, но не долетело. Надеюсь, я долечу. Опа, вот я долетел. Ага. Золото, видимо, тяжелее меня. Ну, все, золото доставлено. Кстати, я заметил, что можно вот по этим зонтикам еще прыгать. Они как батуты. Забавно. Значит, золотичко скидываем. Я, кстати, еще знаешь, что хотел попробовать? Взять, пожарить весь набор мяса, который тут есть, и дать похомячить всем. Накормить всех работников. Вот. В прошлый раз я давал тебе. Просто вдруг ачивку какую-то дадут. Учитывая, что вот этот старикан говорил, что он кормит всех здесь рабочих, а я тогда покормил не всех. Есть еще вот тут вот рабочий. Вон там он стоит. И есть рабочий наверху. Сейчас я всех накормлю. Держи. Восхитительно. Так. И последний кусман у нас уходит наверх. Сейчас. Кусочек. Вот он появился. Зажариваем. И теперь нам вон туда надо попасть. Сейчас залетим. Так, тут не получится. Во, вот тут железяка есть. Бюм. Ну вот и тебя дождался кусочек. На, держи. Восхитительно. Блин, они все сожрали, но мне ничего не дали. А я-то думал. Ладно, значит, скидываем золото. Золото скидываем. Никто не знает, что это золото. Только я. Давай, скидывайся. Сейчас я это все дело перекрашу. А здесь вот это вот. Это не настоящее золото. Ну-ка, сейчас проверим. Хотя магнитится. Ладно, это не наше дело. Сами разберутся. Значит, красим. Да стой, да не карточки надо красить. Отцепитесь. Давай, красься. Крась. Блин, я хотел в красильную машину закинуть. Блин, тут никак. Короче, есть идея закинуть в красильную машину ключ-карту. Но как я тогда вынесу со склада золотишко, а? Есть идея, другая идея. Так, сейчас еще раз проверю. Тут точно не красится? Нет, тут точно не красится. Тут тоже не красится. Значит, выкидываем золото обратно. Оно долетит? Блин, нет, не долетит. Это фиаско, братан, золото не летает. Опа. Блин, я с этими золотыми самородками, как курица с яйцами, ношусь. А толку никакого. Столько дел переделал. Значит, берем ключ-карту. Давай, иди сюда. Опаньки. Так, теперь нужно придумать, куда ее воткнуть. Воткнуть. А слушай, а если мы попробуем обжечь? Обжечь золото, краска слезет и золото появится снова. Ну-ка. Нифига. Хм. А я-то думал, все будет гораздо проще. Но нифига не проще. Вот так вот. Спрыгиваем. Я думал, может быть, сюда ключ-карту как-то положить. Как-то вот подмешать краску или что ли. Но толку от этого будет ноль. Все равно синее. А, кстати, а может он ключ-карту примет за золотишечко? За блестяшечку? Ну-ка, как тебе вот такая вот история? Это не похоже на блестяшку. Его не обдурить. Я понял. Вода нужна. Вода смоет краску. Где у нас вода есть? Вода. Там же лужа была, точно. По-моему, лужа была. Вот. О, господи, все оказалось еще проще, чем я думал. Так, хорошо, значит, золотишко сюда. Почему мне сразу эта идея в голову не пришла? Наверное, потому что я воду не видел, хотя я туда бегал. Так. Последний кусман. Отмыли все. Ну что, дружище, ты мне откроешь дверцу? Смотри, какой блестящий кусочек. На-ка. Штука блестит. Теперь моя довольна. Так, закинул дверку, открыл. Подожди, а если я тебе вторую штуку дам? Может, ты мне еще что дашь? Что скажешь?
Смотри, еще кусок. Ага, ему один достаточно было. Он его разломал уже, смотри. Че скажешь? Моя иметь блестяшка, твоя иметь сундук. Золотой, большой сундук. Что же там? Пушка, урон плюс 100%. И я получил достижение «Спички детям, не игрушки». Так, выстрелы из пушки теперь наносят на 200% урона. Осталось только пушку найти, которой у меня нету. Вроде бы тут больше ничего. Вот это вот можно отодвинуть? Нет. Я все надеюсь на тайные какие-то комнаты, но тут видно, что нифига нет. Нифигашечки. Выходим отсюда, братишка. Золотой самородок, куда бы его еще вбахать? Бабахать. Бра-ба-ба-ба-бам-бам-бам. Давай ради интереса я просто его в синий цвет окрасить попробую. Просто ради интереса. Получится, нет? Получилось. О, он так еще прикольнее смотрит, слушай. Ну, пусть он здесь полежит, в этом сундучке. Мало ли, пригодится. А я возвращаюсь туда, назад. Чтобы высвободить красного принца из тюрьмы. Вот здесь вот еще хочу что-то посмотреть, что-то тут, что-то вот. Монетки, конечно же, монетки. А еще, знаешь, что хочу? Вот туда как-то хочу попасть. Вон туда вот наверх. Как-то туда можно залезть. Подожди. Я видел гвоздь. Где я видел гвоздь? Я видел гвоздь. Вот здесь я видел гвоздь. А для чего ты здесь? Гвоздик, зачем ты здесь? Нафига? А, вон оно что. Вот сюда. И здесь, по всей видимости, можно как-то вылезти. Ну, нет, наверное, не вылезти. Не ясно. Блин, просто там наверху труба. Труба. И вон там труба. Везде кругом труба. Видимо, по-другому как-то надо залезть. К столбам я не могу. Ничего, еще раз скажешь. Не получилось незаметно пробраться в банк. Нужно качать навык стелса. Это мы диалог еще в прошлый раз изучали. Ну, ладненько, ладненько, ладненько. Значит, нам нужно сейчас с тобой перебраться. А, ну хотя, смотри, вот же. Че я тут мудрю, туплю? Мы магнитимся туда. О, как это больно-то, блин. Ты посмотри, сколько у меня здоровья осталось. Кто бы мог подумать, что это кусманы? Так, я понял. Минуточку, я пошел подхилюсь. А, легче стало. Так, хорошо, будем сейчас поаккуратнее. Значит, выдвигаем. Так, еще одна упала. Ясно. Значит, вот эти штуки тоже что-то вырывают? Нет, ничего не вырывает. Вроде больше сверху самородков нет. Получается. Получается, что мне нужно как-то... Как же быть-то? Тут дальше не пролезть. Надо голову включать, надо думать. Думать. Опа, смотри-ка, что это тут у нас? Что это такое? Ого, секретку нашел. Золотисочка. И сундук. Что в сундуке? Куча монет. О, это обычный сундук. Тут что-нибудь, куда-нибудь, как-нибудь. Нет, никуда. Все, тогда выходим отсюда. Ну, хорошо, допустим, если я сделаю вот так вот. О, я сюда залез. Значит, тут все просто. Вот мы активировали. А что это за красное такое сияние? О, Качалкин? Качалкин. Смотри, какое сияние странное. Я такого раньше не видел. Ну, как бы видел, но... Оно, по-моему, должно быть на кристалле. Словно это баг. Сияние от кристалла сместилось немножечко. Так, значит, качалка. Хорошо. Что расскажешь? Ха, еще один слабак решил подкачаться. Это будет жесткая тренировочка для тебя. Усёк? Усёк, я готов. Что делаем? Командуй. Потягай эту гантельку, и, возможно, у тебя появится шанс подкачаться. Ну, хорошо. Я сейчас подтягаю. Давай сюда встанем. А, чтобы отсюда выбраться надо? Все, теперь понятно. Вес в 400 грамм иметь. Время подкачаться. Время подкачаться. Давай, жми гантелю. Как мне ее тягать туда-сюда? Старайся лучше. Так, подожди, может, я просто вставлю вот так вот. О, я, кажется, уже... Подожди-ка, минутку. Каждый раз, когда... Нет, я не поднимаю гантель. Так как же мне тебя тягать-то? Как мне ее тягать, расскажите. А, вот. Вот, подождите. Вот как. Я фитнесом решил заняться, да? Давай. Опа. И звуки слышишь, какие я издаю?
Давай, еще. Тяжелее с каждым разом становится. Последний. Давай. Рычаган. Все, у меня мышка уже не справляется. Теперь вы можете поднимать тяжелые предметы и хвастаться мускулами. Нифига себе. А где у меня мускулы? Я похож на камень. Ты посмотри на мое тело. Что это за тело такое? Оно каменное. Даже пресса нет. Слышь, дружище, у меня пресса нет. Как так вышло? Сносно, но не прекращай тренироваться, и все будет у тебя четко. Ладно. Значит, я теперь могу поднять камень, да? О, круто! Я силач. А если камень упадет на меня? Пофиг вообще, по барабану. Значит, ставим сюда. А, ну я все равно 99 вешу. Ладно. Ставим. Кирка. Не, ну как? Как так-то? Все равно на камень какой-то похож. Хотя, слушай, это походу моя грудина так торчит, да? Поэтому мне кажется, что я как камень выгляжу. Ладно. А, камень там у нас был. Ну вот и все решилось. А я-то переживал. Что как я же сюда залезу-то? Нажимаем. Прыгаем сюда. Вот и все. Хопаньки. И вот так вот. И вот сяк вот. Но. Давай карту посмотрим. Я хочу еще пролезть вот сюда. Здесь что-то есть. Вот, сундук, пожалуйста. Пожалуйста, сундук. С монетками. А нет, крит урон плюс 5%. Здорово, спасибо. Деревяшка есть, если что. А на кой черт здесь деревяшечка? Деревяшечка, зачем ты здесь? Опа. Все. Я так и думал, когда увидел дырку, я так и думал, что именно сюда мне нужно и упасть. Дружище, здорово. Здорово. Что ты скажешь? А, вот и ты. Вытащи меня отсюда. А, не, он на самом-то деле в очень хорошем снаряжении. У него сзади еще какая-то... А, это бластер-пушка. Точнее, фаербол-пушка. Но у него нет пряжки. А у тебя нет пряжки, а у меня есть пряжка. Значит, сюда оранжевая нужна карточка. Как насчет морковки, например? Например, морковки. Я хочу сундук тут достать. А, подожди. Мы сейчас смотри, как сделаем. Значит, мы открываем... Нет, мы это не открываем. Хотя мы, если нажмем эту кнопку, мы все откроем вообще, да, получается? Ладно. Сейчас я всех вытащу. И покрашу потом карту в оранжевый. Благо морковка есть. Все, выходи, все открыто. Смотрю, ты занялся собой. Какая бицуха, прям как у меня. А у тебя есть бицуха, да? Я чуть не обратил внимание. Я должен сказать тебе кое-что очень важное. Ну давай, болтай, пока ты в клетке. Возможно, мы больше не встретимся, поэтому слушай внимательно. Да давай уже быстрее, блин, там сейчас все откроется. Ни в коем случае что-то там, и он улетел. А, я так и знал, что так и произойдет. Так, хорошо. Че, как ты сбежал? Да сейчас я тебя тоже вытащу. Ключ-карту возьму. Блин, эта ключ-карта не магнитится к пряжке. Это несправедливо. О! Ты видел? Она примагнитилась? Куда она делась-то? Как так вышло-то? Во! Вот что я хотел. А, в тюрьме не магнитится. Я понял. Значит, вот магните и пошли со мной. Обожаю таскать два предмета за раз. Сейчас мы, значит, тебя перекрасим в оранжевый и выпустим того тюремщика. Сделаем доброе дело, да? Опа. Все, красься. Ага. Перекрас. Был белый, а был зеленый, стал оранжевый. Отлично. Я же могу ключ-карту выносить, да? Вы же не против? Вот и славно. Вот и чудно. Блин, звездочка такая прикольная. Значит, все, ты свободен. Мистер, выходи. Свобода! Хотя, знаешь, мне нравится это место. Останусь я, пожалуй, здесь. Ты что, дурочка, что ли? Эй, мадам. Может, вы все-таки свалите? Ну ладно, я сундук... Как у тебя, интересно, в тюрьме, в твоей клетке появились монеты и сундук? Вот интересно, это же твои вещи, наверное? Пушка, обойма плюс. Увеличено максимальное количество зарядов вашей пушки. Блин, а где пушку-то достать? Значит, мне нужно, походу, теперь бежать за красным. А чтобы туда пробраться, к этой прыг-панели, мне нужно... Как туда попасть-то? Блин. Блин, как туда попасть? Через верх пойдем. Посмотрим, куда он улетел. Будем обходными путами. Путами.
обходными путями будем пробираться. Сейчас, минуточку. Камень надо убрать, запрыгнуть. Или мы отсюда запрыгнем. А, отсюда получится. Опа. Вот так вот. К этой трубе я же должен магнититься? Должен. Поднимаемся наверх. Он улетел в эту трубу. Жух. С тюрьмы вроде. А, нет, в эту трубу он улетел. Или не в эту. А, я запутался. Значит, синяя кнопка. Что она дает? Ноль. Опять игра в кальмара, что ли? Допустим, ноль. Что? Здесь, возможно, еще есть кнопка спрятанная. Да? Нет? Здесь ничего нет? А для чего тогда эти блоки надо было ломать? Значит, вот еще кнопка. Да, квадратик — это игра в кальмара. Угу. Понятно. Блин, я хочу, знаешь, что? Примагнититься вот к этой трубе и попробовать в нее залезть. Куда она меня выведет? Никуда она меня не выведет. Она не хочет меня принимать. Сейчас еще разок попробую. Не, никак. Окей, значит, нам нужно будет сейчас по-быстренькому активировать все три кнопки. Все, погнали. Вот так вот. Еще одна кнопка. Отсюда спрыгиваем, тут вроде... Блин, как отсюда спрыгивать, если здесь тайник есть? Это же тайник? Ну да. Эх. Ладно, вернемся потом обратно. Сколько там монеток? Допрыгну, не допрыгну? Опаньки. Куда это я попал? Блин, там сундук, но мне до него не добраться. Вот тут за выступ где-нибудь бы встать. О, встал. Я запрыгнул. И что ждут? Максимальное здоровье плюс один. Блин, у меня сердечки уже во второй ряд выстраиваются. У меня дофига здоровья. А если я вниз спрыгну, я потом куда обойду? Ладно, давай спрыгнем. Посмотрим, куда это я вылезу. Секретная локация. Где это я? А, все понятно, где. Мы отсюда самородки золотые вытаскивали. Так, и куда я сейчас вылезу? Где это я? А, вот через эту трубу упал. Значит, мы сделали все правильно. Мы с тобой гении секретных мест. Все, летим активировать. Готово. Мне показалось, или я что-то не так сделал? Так. Последняя кнопка, она вот здесь вот. Так, секунду. Я не успел. Чтобы пройти здесь, я не успел активировать все кнопки. Или не ту комбинацию набрал. А, да, я не ту комбинацию набрал. Подожди. Кружок, треугольник, квадратик. Вот, треугольник. Да, я комбинейшн не ту сделал. Сейчас, я вниз тогда сбегаю, монетки соберу. Чтобы потом не возвращаться сюда. Оп. Оп. Цветочки не будем есть, у меня и так здоровья полно. Ну что, погнали наверх. Значит, запоминаем. А я здесь был? Подождите минуточку, я здесь был? Да, я здесь был. Мне нужно будет квадрат активировать в самом конце. Активируем кружочек. Все, погнали. Погнали. Опа. Ой, чуть не перелетел. Так, треугольничек. Нужен. Успел. Фу. Я шустрый, я быстрый. Можно было, в принципе, перепрыгнуть и так. Но я воспользуюсь... Ясно. Тут был просто сундук с огромным количеством... С огромным количеством денег. Это, конечно, хорошо. Но мне кажется, что я бы мог... Чуть-чуть не допрыгнул. Мне просто интересно, там наверху что-то есть? Нет, от меня что-нибудь скрывают. Сейчас, минуточку. Давай. Опа. Здесь я был. Блин, ну туда не залезть. Ну там, наверное, ничего нет интересного. Хотя, кто знает, может и есть. Тут вроде бы все. По идее, нам должны открыться дверки. Если я не ошибаюсь. Потому что мы здесь абсолютно все. А, зеленая карта. Да. Сейчас мы ее возьмем. Она в тюрьме находится. И мы сможем вернуться назад и разгадать все оставшиеся загадки и продолжить нашу сюжетную линию. Это не та карта. Мне нужна вот эта. Посыпки. Единственное, мне интересно, куда эта прыг-панель уходит. Вот прям вот капец, как охота узнать. Ну все, я свободен. Еще и желтую карту притащил. Зачем-то. У меня теперь две карты. Я карточный маньяк. Значит, тут... Ничегошеньки интересного.
самородок есть для того, чтобы добраться туда наверх. Воспользуемся. Опа. Ну, слушай, у меня остается только бластер-пушку найти. И... Ну, это МакГаффин, по-моему, он называется. И... Телепорт-пушку. Стреляем. Что нам это даст? А, двери открыли. Окей. Вырываемся отсюда. И теперь мы можем... Найдите еще более... Больше улучшений, чтобы попасть на третий этаж. Хорошо, хорошо. Я найду их. Монетка. Надо вернуться. И забрать ее. Монетка, монетка. Моя брюнетка. Отлично. Значит, мы можем... Блин, тут столько всяких головоломок, которых мы еще не решили. Во-первых, в бомж-таун надо сбегать. И забрать, наконец-то, сундук. Сундук. Самородка я здесь не вижу. Блин. Самородка я не вижу. Как же мне туда попасть-то? А, так вот, гвоздь вбитый. Смотри, сколько здесь гвоздей-то. Ё-моё. Почему я в прошлые разы не воспользовался этой штукой? А, не допрыгнуть. Так просто не допрыгнуть. Угу. А если с этого гвоздя? Вот так вот. Четко. Все добрались до сундука в бомж-тауне. Это бросок пронзание плюс. Угу. Смотри, это что за фигня? Что это такое? Починить дом за 50 монет? Серьезно? А, у них главарь ушел, смотри-ка. Ребят, что происходит? Я был наказан, но это я все читал. Короче, реально у них главарь ушел. Ну давай починим. Кирка, скорость плюс. А, я все дома им починил. Смотри, какие дома у них крутые. Офигеть, ребята. Да у меня просто золотые руки. То, что у вас было, и то, что сейчас, это чума. Спасибо тебе и неугасимому вечному огню, что подарили нам новые дома. Пожалуйста. Молитва действительно работает. Мой новый дом великолепен. А ты что скажешь? Вечное пламя вновь благословило нас. Ты что-то болтаешь? Мне нравится наше новое местечко, оно крутое. Наши новые дома выглядят вообще славно. Ну что, я рад. Осталось только, чтобы ваш бомж-король вернулся. То что-то как-то он вроде не хочет сюда возвращаться. Ты представляешь, что я такой лечу, вот так вот прыгаю вниз, опускаясь в воды, и вижу там сундук. Блин, до него надо добраться. Давай, 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 давай. Опа. Что там у тебя? Что это пушка обойма плюс? Ну, балдежно. Блин, пушки нет, а я уже там прокачал ее до нереальных высот. Ну, все, я здесь. Я здесь, я здесь, я здесь. Теперь я могу магнититься вон к тем самородкам. Ну что, давай попробуем. Во-первых, я, конечно, хотел бы вон туда еще как-то добраться. Но не знаю, как это сделать. В общем, вначале мы прыгаем вон туда. Магнитимся. А как так? Почему я не магнитился к самородку? Я же подрубил луч. Так, а что, если я возьму вот так вот? Вот так вот и притяну его. Ой, кажется, я что-то обрушил. Блин, ты гляди. Смотри, что я сделал. Я проход открыл. Это круто. А камень откуда тут взялся-то? Так, минутку, минутку, минутку. Кажется, я теперь могу туда допрыгнуть. Вроде бы как. Вот здесь вот была лазейка. Угу. Если я вот так вот сделаю... Я здесь. Ну а туда выше-то ты как доберешься? Как ты выше доберешься? Надо прыгать обратно. Вот сюда вначале. Ладненько, раз там обрушили. Давай вот сюда теперь, тут тоже есть вот эти вот камни. А, подожди, смотри, я вот эти вот могу уронить. Забавно. Так, чтобы дальше... здесь я никак не смогу допрыгнуть туда. А, вот, хорошо. То есть мы теперь прыгаем вот так, таким вот образом. Я вижу там монетку. О, там монетка, надо будет потом туда запрыгнуть. А дальше как? Мне будет еще вот этот уронить. О, четко. Ой-ой-ой, тихо. Тихо-тихо. Теперь мне надо запрыгнуть, по всей видимости, вот сюда. Угу. Я добрался сюда. Я добрался. Ладно, посмотрим, что у нас в этой пещере. Продолжаем. А ты кто?
Чувачок. Чувачок, ты-то кто? Да, мы сейчас сделаем вот так вот. Не достаю. Эх, блин. Может быть, на другую сторону, если я прыгну? А, смотри. Смотри, что я могу сделать. Хлыбыщ. А вот эта вот часть, она, видимо... Угу. Есть. Не получилось, но мне этого и не нужно. Самая главная вещь у меня открыта. Все четко. Перепрыгиваем сюда. Сейчас поболтаем с тем чуваком, который внизу. Есть. Так, ну что, чувак, скажешь? Спрыгиваем к нему. Чувак, здорово. Ой, какой ты весь пиксельный. Че слабой? А ты рисковый типок. Только не копай прямо под себя. А, это из Майнкрафта этот, как его? Стив? Или не Стив? А как его зовут-то, который говорил, не копай под себя. Хорошо. Дальше куда? Вот сюда можем сбегать. Ого-ого-ого-ого, нифига себе. Тут точно я ничего не упустил. Там дальше прохода никуда? Сейчас, подожди. Не, кажется, туда никак больше. Ясно. Бежим тогда сюда. И что у нас тут? А, я могу магнититься к этому всему делу. Минутку, минутку. Я хочу подпрыгнуть. Нет, только здесь я могу магнититься. Ай-яй-яй, чуть не упал. Ого, вот это кольца. Сейчас, минуточку, я хочу еще вот сюда сбегать. Уверен, что тут тоже может что-то быть. Вот, например, смотри, вот это вот. Вот. Ни шиша не видно. Ну, короче... Нет, тут тупик, ничего нету. Здесь? Нет, тоже ничего нету. Ну, я, по крайней мере, все обнюхал, все проверил. Опа. Так, перепрыгиваем. Ой, спокойно. Перепрыгиваем теперь вот сюда. Кольца. В эти кольца что-то надо класть, по-моему. Чтобы активировать... А-а-а, кубик нужен. Да. И мы пройдем в тайную дверь. Ух, будет прикольно. Но что же там, кто его знает? Блин, обидно, что без кубика никак дальше не пройти. О, сундук. Я запалил сундук. Сундучок. Опаньки. Давай, что там в тебе? Монетки? Здоровье максимум плюс один. Ух, сколько у меня здоровья-то теперь, а? Я прям бомбит. Меня фиг убьешь теперь. Ладненько, выбираемся отсюда. Потом вернемся сюда, когда у нас будет кубик. А пока нужно решить другую задачку. Смотри-ка, там вон тоже есть проходик. Хм. Сейчас попробую туда допрыгнуть. Посмотреть, что там от нас утаили. Ничего себе, ничего себе, ничего себе. Там рубильник есть. Рубильник? О, вот как сюда попасть-то, кажется. Забираем все монетки. Главное в лаву не попасть. И теперь вон туда хочу попасть. Я должен туда запрыгнуть. Так, и вон туда хочу запрыгнуть. Как бы мне туда попасть-то только вот, единственное. Непонятно. Опаньки. Секретная локация. Куча, куча золотых монеток. Так, до которых не добраться просто так. И вот там вот наверху еще что-то есть, смотри. Вон туда можно, да. Туда можно, но как туда допрыгнуть? Если я стану вот сюда. Вот как можно. Угу, давай открывайся. Е. И вот эту монетку хватаем. Что дальше у нас? Ну, а дальше нужно решить вопрос, как он туда попасть. Вон туда. Короче, слушай. Мы же на камне можем вставать? Можем. Что если? Что если? Давай-ка поднимайся. Поднимайся. Вроде с камнем я спокойненько тоже летаю. Я сейчас этот камень попробую затащить. Так, ты где? Ты сюда можешь пролезть? Камень. Не разочаровывай меня, ты должен здесь пролезть. Черт, он здесь не пролазит. Обидно. Обидно, мальца. О-о-о, отлично. Все четко. Так, вот мы запрыгиваем. Так, камень, где ты? Камень ставится здесь. Я запрыгиваю на камень. Давай. Ты должен запрыгнуть на камень. В смысле ты... Ты не можешь поднять камень, ты что, издеваешься? А, вот, ты его поднял, отлично. Пускай камень там полежит. Нет, камень лежит там. Не скатывайся, не скатывайся. Лежи здесь. Вот, красавчик. Я сейчас вернусь. О, прикинь, я и без камня сюда запрыгнул. Просто надо было приналовчиться. Хо-хо-хо-хо.
Что, я, получается, все тайны здесь открыл? Крит урон плюс 5%. У меня теперь 35% шанс нанести крит. Балдею. Вот, все, значит, я здесь побывал. Камень можно нафиг выкинуть, он мне больше не нужен. Иди купайся. А я отсюда полетел. Как мне отсюда только спрыгнуть грамотно? Вот сюда. И вот так вот. Паркур, это все мое. Ну, я думаю, что на сегодня наших приключений будет предостаточно. Мы на этом остановимся, потому что в следующей серии нас ждет покорение третьего этажа и решение парочку головоломок на втором этаже. Если ты хочешь увидеть эти серии, то не забывай ставить лайк под этим роликом и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить ту самую серию. Так что увидимся в следующем ролике. До встречи!